сеньор Децимо! Сейчас, сейчас! Это не сеньор Децимо, это лорд Децибел! Дедушка, надо что-то делать! Диджей Дедуля! Жди здесь, Бен. Задержи их, пока я сбегаю в развалюх за диджейским пультом. И чем же твой пульт нам поможет? Ой, похоже, что все в моих руках. Говорите, парни, что задумал лорд Децибел? Брысь, недомерок! Проваливай! Босс хочет устроить улетное шоу! И мы не дадим тебе испортить финальный номер! Ты не на волне, приятель! 2, 3, 4! Ладно, сами напросились! Как видите, я собрал на пляже целую толпу. Раз вы отказываетесь заплатить требуемую сумму, мне придется испытать на ней новое звуковое супероружие. Нет, прошу, мы можем договор... Хорошо, держи темп. Соблюдай ритм. Поднимайся, не сдавайся, движение не должно прерываться. Никак не могу свыкнуться с этой техникой. Глупости, киса, у тебя получается. Правда? Конечно. Ладно, попробую еще раз. Хуа! Вот видишь? Удар сбоку! Карусель! Флип вперед! Кувырок! О, девочка-кошка, ты многому научилась. Что это? Ну, держитесь! Вы разожгли во мне пламя гнева! Покажи, что умеешь, огонек! Ну все, мои нервы накалились до красна! Диджей Дедуля в здании, народ! Что? Дедушка! Сейчас не время ставить забытые мелодии! Эта музыка просто ужасна! Придется морских угрей вызвать сейчас нам! А это что? О, малышка! Это было круто! Ставь свою музыку для динозавров! Я не заглушу песню, которая заставит всю эту страну пасть на колени! Великий трэп под названием «Почувствуй наш бит!» Можешь гасить мои угри вибрации сколько хочешь, но мои биты становятся лишь сильней! Ха-ха-ха-ха! Угри вперед! Поджарить рыбку! Эти звуки доносятся оттуда! А да что там у них творится? Скорее, ребята, нам нужно спешить! Я прикрою, Бен! Этот жуткий звон в ушах! Стоп, у человека огня есть уши? Только VIP заходят так далеко! Когда Гвен стала такой крутой? Ну а сейчас выход настоящего героя! Врубай свой бит! Все хорошо, Гвен?